Пони, я впервые играю в Майнкрафт. На кубик, короче, меня проиграл. Я выбрал вот это. Она абсолютно быстро. И да, ребят, не понимаю, что у меня такой черный экран. Он просто Майнкрафт лагает. Я уже где-то 7 годов играю в Майнкрафт. Это, короче, играю, по-моему. Да-да-да, сегодня буду строить дома. Я снял одно видео, как строить дома в Майнкрафте. Сегодня тоже буду строить в Майнкрафте. Так, посмотрите, выбирать хорошее место. Я вам покажу это видео, где это. А, враг. Чувак, кто-то это сделал. Ребят, нет, давайте в этой пещере будем исследовать пещеру. Это немного страшно. Да, ребят. И страненько будет такая. Вот эта пещера как-то... Это чувак. Стоишь в туалет. Кстати, здесь можно защелиться. Не, ему человек жить. Не правда. Я пробую докопаться до убийства врага. И вам покажу, сколько нужно было к сломать. Скажи здорово, а провалюсь. Ладно, пошли еще дальше. Ребят, небольшой вулканчик получился. Пора выбираться. Так, через этот я все вижу. Ну и на солнце. Наконец-то я мою мрауха. Да. Занимал где-то 43 минуты. Так, ну давайте выбирать, где мы будем строить. Мне надо побольше дом, так что вот это место не сойдет. Ребята, у меня сегодня такая идея. Давайте представим, как будто мы серебряные. Берем воду. Сейчас будет сделать. И когда мне попадает зовут меч, это будет меч ада. Вот это вот сейчас. Так, сейчас мы... Берем зажигалку. Сейчас мы попадем в ад быстренько. Так, сначала сейчас строим, ребят, портал.
поставила, а там кто-то еще смотрел, Макс. Ребят, кот плошки продал. Ну, красота жертвует падение. Ребят, не бойтесь, это мой папа играет. Рассусалки там. Кстати, игра клёвая. Да блин, дай мне его. Будем сейчас снимать снова, да? Давай, так, вот, ребят, я сейчас тусу. Так. Я возьму, пожалуй, алмазный меч. Сейчас только 9:01. Мне пора спать, потому что я исчез. Сейчас спать. Ну ладно, что с поделать.